Другого способа найти деньги, как залезть в карман нашим гражданам, правительство не видит. А мы говорим, правительство, ну-ка посмотри сюда. А почему на 13% платят по доходу налога, значит, нянечка в детском саду, которая получает 5200 рублей в Москве зарплату? И топ-менеджер Газпрома, который получает 24 миллиона рублей в месяц. В месяц? 13%. А с какого перепуга? А не надо ли, сказать, с 24 миллионов взять хотя бы 35%? Я уж не говорю про 50. В десятый раз наша партия, наша фракция внесла в Государственную Думу за последние годы, в десятый раз, уже, можно сказать, юбилей, законопроект о прогрессивной шкале подоходного налога. Правительство там, это не соберем. Все идут в тень, это все не соберем, нельзя. Весь мир собирает, кстати, из двадцатки ведущих стран с экономикой развитой, куда Россия входит, Россия единственная страна, где плоская шкала подоходного налога. Весь мир собирает и очень успешно собирает. У нас оказывается не могут.